15 октября 2024 года группа компаний VMG провела семинар на тему LED-технологии для флексографской печати. Мероприятие было посвящено переходу со стандартных ртутных ламп на новые LED-сушильные устройства для полимеризации флексографских красок и лаков. После докладов участники семинара, более 30 человек, отправились в расположенную неподалеку типографию «Арте». Там они увидели новую технологию в действии. На 10-красочной флексографской машине Jidue M5 были установлены UV-LED-сушки от компании Hape LED. На 10 секций были поставлены 10 светодиодных сушек, а также 5 сменных кассет с обычными ртутными лампами.